утро, любители кошек и видео! Привет, любители собак и роликов! Степашка, а почему ты про собак сказал, а не про кошек? Ну как же! Ты говоришь про кошек, я про собак! У наших зрителей разные питомцы дома проживают, и поэтому программа будет интересна всем! Тогда давай видео смотреть! Присланы на конкурс «Покажи класс» в эфире песенка про футбольную команду! Футбольная команда пеняет, пеняет твой мать, играет, играет по своим правилам. Это дудная команда. Да, оригинальный мотив. Да ничего ты не понимаешь. Эта песенка была специально написана для конкурса. Она о дружбе. А давай еще один куплет послушаем. Ну давай. И они никогда не ссорются, только лишь играют вместе и дружно. Вот какая добрая футбольная команда. Да эту песню вообще весь стадион может петь. Да, практически гимн получился. Поздравляю, девочка, вы показали класс. А почему девочка? Да потому что в порыве аплодисментов и оваций взрослые забыли имя исполнительницы указать. Обидно, а ведь страна должна знать своих героев. Давай следующий ролик смотреть. Стишок про белочку. Слушать всем. Здрасте, мои подписчики. Я буду сегодня вам рассказывать стихи, которые мама мне учила. Сначала я буду рассказывать про белочку. Рыжая белочка с рыжим хвостом. Маленький рыжик носла под кустом. Маленький рыжик она засолила, банку большую его положила. Белки теперь не страшны холода, есть у нее на всю зиму еда. Умница, Арина! Ей 5 лет! Молодец и мама, которая с Ариной и стих учила, и видео снимала, и на конкурс прислала. Но одного стишка показалось мало, и Арина второй рассказала. Ходит, бродит серый волк, и зубами все вносит. Сошка косичинка вздыбилась на спинке. Он грибов не хочет, только зубы точит, чтобы съесть зайчонка мыску и лизонк. Что заделать волку? Язык очень колкий. Мыска прячется в норе, зайка скрылся на бугре. Так, кто следующий? Света гонщица. Она же спасительница. Кто-кто? Ну что я тебе рассказывать буду? Лучше посмотрим. На старт, внимание, марш! Света самая маленькая участница заезда. А где Света? Куда пропала? Все сначала подумали, что она заблудилась. А, вот, нашлась. Она и не терялась, заблудились другие. А Света искать их поехала. Не победила, зато друзей спасла. Без награды ее не оставили. Ребята, покажите свой класс и вы. Присылайте нам видео о себе. Адрес сайта внизу экрана указан. Записали? Не забывайте голосовать за понравившиеся ролики. Победители ждут призы. Ну а прямо сейчас, Степашка, тебе пора вести клуб деловых детей. Я побежал.